Привет. Поехали. Мы поедем, мы помчимся на лифте утром ранним. Потеряли меня. Тебе не прохладно? Угу. Надо было шубенцию натягивать. Снова летим уральскими авиалиниями. Кто-то заикался, что это был первый и последний раз. Вот будет весело. Мы посмотрим, какой самолет у нас будет в этот раз. Какие места? 13. Это самое главное. Нам нужны царские. Боже, 1000 контролей. Я уже не могу этот рюкзак тягать. Что это за штуки и для чего они? Вот мы стоим и думаем. Нужна нам эта шняга или нет? Космическая какая-то станция. Вот. Вот так нужно делать. У нас забрали бутылку воды. Сколько? 0,33 было? Да. И сразу кого-то сушняк, да, сушняк начал давить. Причем вот мгновенно, как только забрали, сразу... Как это роскошно. Еда. Вкусняшка. Нам, кстати, очень нравятся эти бутылки. Трубочки вот такие с соком. Короче, это была одна трубочка. Невозможно пить. Она вообще никак. Только дозировано как-то так именно оторвала одну часть. Теперь пьется чудесненько. Вышка, как в фильмах показывают, там, где диспетчеры сидят. Клево. Я раньше не замечала, не присматривалась даже. Столкача сейчас будут заводить. Я такое первый раз вижу. С правой стороны. Это пакетик, если будет плохо. Для одного, не ври. Для двоих? Ну ладно. Поспали немножко.